Генеральный партнер информационного канала «Город» – фабрика индивидуальной мебели «Вирум». Проект компании «Вятка найди». Готовое интерьерное решение без наценок – философия компании «Вирум». Наши технические возможности позволяют воплощать ваши идеи. Лепсе 12, телефон 69400, без выходных. Москва приказала исправлять ошибки. Специалисты Федерального фонда содействия реформированию ЖКХ опубликовали итоги своей проверки кировских новостроек для переселенцев. Особенно удивили комиссию дома в Кировском Ленгасово и Оричевском Торфяном. Ленгасовским домом для переселенцев, который подтапливает подземными водами, уже давно занимаются представители городской администрации. Правда, сказать, что проблема решилась, до сих пор не могут. А в новостройке в Торфяном, которая рассчитана на 9 семей, московская комиссия нашла столько недочетов, что засомневалась, сможет ли исправить их застройщик. Московские гости уже написали заявление в прокуратуру. В региональном штабе ОНФ, который и стал инициатором этой масштабной проверки, уверены, что проблема так называемых аварийных новостроек в Кировской области давно претендовала на федеральную огласку. Вопрос даже не в наказании ответственных лиц за то, что эти дома появились и были квартиры, в них на бюджеты деньги приобретены. Вопрос, что с этим делать в дальнейшем. Потому что нам очевидно, что существующая система в районах Кировской области приобретения жилья для переселенцев, она работает, мягко говоря, неэффективно. В списке наиболее проблемных новостроек 4 объекта, вообще перечень гораздо больше. Каждый такой дом московская комиссия взяла на контроль. Как выразились специалисты, в Кировской области программа переселения выполняется хорошими темпами, но в ущерб качеству. И в двух случаях вполне возможны даже уголовные дела.